Рустам Минниханов сегодня прибыл в Дубай для участия в ежегодном инвестиционном форуме. В Объединенные Арабские Эмираты съехались представители власти, бизнеса из 140 стран, в том числе руководители 500 крупных компаний. Главная тема – инвестиции и расширение партнерских отношений. В Татарстане участились случаи мошенничества. Под видом сотрудников МЧС и газовиков молодые люди предлагают установить пожарные извещатели и датчики утечки газа. За свои услуги берут втридорога. Жертвы обмана, как правило, пенсионеры. Стань журналистом, учись в КФУ бесплатно. Телеканал ТНВ объявляет конкурс для одаренных татароязычных выпускников школ. Это грант на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ на направлении «Новые национальные медиа». Положение на сайте телекомпании.